вот так вот эмоционировала. Да это уже поместилось. А длина сапожек? Кадры тоже нужны. Вот. Видите, такая? Ноги меня раздвигаешь. Я не раздвигаю, я показываю сапожки вот такой длины. Блядь, ты тогда все записал и отправил. Нормально. Спасибо, потом появляются слухи всякие дебильные. Какие слухи, Бянская? Дебильные. Какие? Которые ко мне не относятся. Че ты ржешь, а че ко мне относится? Меня да, вот тоже. А это с твоего дна пей, я сам, фу. Что? Охереть, ты вышла, выкинула мусор. Как ты мне не сказала? Вынеси мусор. О, реально. Реально. Носочки. Нет, колготки, смотрите. Да зачем ты это все показываешь? Ну, показать людям, чтобы они понимали. А, ну тебе уже как сестра стала. Ну да, ну. Это пиздец. Ты меня видел разной. И трезвой, и не очень. И в говнище, и не в говнище. Уже встретились? Да, встретились. Вы верите в этот коронавирус? Честно сказать, я нет. Конечно, только бухать, я ничего не возьму. Когда я последний раз бухала? Когда? Когда? Позавчера. Нет. Да. А ты вчера? Я вчера, я не спорю. Трусы одеты какого цвета? Фиолетовые. Фиолетовые? Угу. Почему? Красивые. Да? Угу. Покажи им тоже. Неудобно. Русланчик. Что ты делаешь? А что ты у меня лезешь? Я ж не к экрану лезу, как ты. Ну, в лицо не лезь, тем более. Я вот так делаю, это не лицо твое. У тебя мозоли на руках. Нет, у меня мозоли на руках. А кости? Ужас. Давно у нас? Нет. Скучно. 3 месяца. Сними очки. Ну, ребят, ну чё? Вот. Кукусики. Что ты делаешь? Короче, он пока принесет кофе, я... Ой, кофе, трубочки, я уже кофе не захочу пить. Ёбать. Тёлка. Ой, у меня зависло. Стрея, думаю, что мне никто ничего не пишет. С праздником, Анечка. Спасибо. Мне сегодня подружка такую картинку прикольную прислала. Ну, когда она её прислала, картинка была смешная. Но так как я из-за этого с мамой поссорилась. Зачем мне нюхать? Зачем ты так говоришь? А прикольно же. Привет, Турция, привет. Расходитесь. Ну, мы не сходились. Красоточка наша, да. Нет, Милена живет не со мной. Подпишешься на меня? А, нет! Да? Нет. Нет? Нет. Как отпустить человека, если после расставания любишь и от этого больно? Ну, ребят, не знаю, но это очень тяжелая тема. Но я так уходила, ну, потому что были обстоятельства.
очки где купила. Я не помню. То ли во Франции, то ли в Италии, я не помню уже. Это не беда, а королева пишут. Понятно? Я не беда, я королева. Бля, ну что ты делаешь? Я переписываюсь. Что ты делаешь мне? А я разговариваю с подписчиками своими любимыми. Ну как мне теперь сделать? Общаешься со стацевят? Нет. Аня, мы в икру идем. А-а-а, Днепропетровск. Пообщаешься? Конечно. Кстати, наверное, поеду к ней после роликов. Или куда-то в другое место. Пусть не обижает он тебя. Он меня постоянно обижает. Вы знаете, у меня уже иммунитет. Я просто уже даже не обращаю внимания. Как дела? Хорошо. Гусейнов Эльмин. У тебя есть верные подруги? Да. Она живет в Китае. Ты жжешь, на моделью работаешь там. Да, она живет в Китае. Ну, она уехала отсюда. Не, классно. Мы дружим с ней 16 лет уже. Сколько Дэн колготки? 40, ребят. Люблю только 40 или 80. Другие не ношу. Ну, правда, вот эти 40, они у меня, их только надеваю, сразу у меня дырки. Я цепляю. Откуда твоя куртка? Где брала? Вы знаете, я ее покупала. Есть магазин. Блин, я забыла. В Днепропетровске называется не Совой, не Домино. Короче, на Екатеринославском бульваре. Я забыла, как называется. Представляете? Ты как обычно выглядишь. Нет, ребят, я колготки люблю. Конте называется. Конте. Ты больше в Днепре не живешь? А я, ребят, там жила 10 лет назад. Я приезжаю иногда, у меня там жилье свое отдельно от родителей, родителей дом. А вот, у меня там отдельно я. Потому что я не могу жить с родителями. Ну, что там то, что как бы с папой у меня пожизненные контры. Без фильтра ты очень классно выглядишь. Не переживай, спасибо. Есть парень? Нету. Конте. Конте называется. Ты сейчас в каком городе? В Москве. Анечка, извини. Что? Ничего не поняла. Ребят, вы мне такие вопросы пишете, не хочу. Сними очки. Ой, ничего сказать не хочу. Давайте потом попозже. У меня лайки приходят, а здесь уменьшаются. Что за хуйня? Это просмотры, может быть, были? Лайки, какие просмотры? Смотри. Странно. Очень. Ну да, я тебе лайк ставила, было 3000, что-то там с хвостиком. Пиздец, смотри. 2707. 2706. Ты ничего не крутил? 2705. Нет. Странно очень, я такого еще не видела. Это боты пишут. Чего пишут? Боты у тебя. Какие боты, блядь?
Буду ставить лайки, отбирать обратно. Смотри, 12 лайков пришло. Один и тот же человек. Блин, сука. Но все равно, смотри, 705. А как это? Не знаю. Трубочку, да. Лё, возьми пачку трубочек. Я не могу кофе пить. Взял. Пачку или одну? Я откуда знаю? Чем ты хочешь сниматься? В стрингах. Аня хочет тебя в стрингах видеть. Нет, не я. Не вопрос, говорит. В розовых. Ну, это без меня вы будете снимать. Нет. Я в такой роли не буду заниматься. Где чувак в стрингах? Я знаю, прачки крутые, спасибо, ребят. Нальчик, привет! Люблю Нальчик, у меня там очень много знакомых живет. Королевишна. Покажи друга. Я не могу взять телефон, потому что я его тут установила. Друг, иди сюда. Нет. Ну иди сюда. Ну хочу я. Ну покажись. Блять, возьми телефон и покажи. Я не могу, он стоит. Ну, он стоит, не двигается. Короче, он это не выходит на связь. Ну, в общем, с которым я разговаривала. Кто сам? А, доброе утро, сэр. Могу ли я вас пригласить в Кремль? Все, блядь, посмотри, что за хуйня? Не люблю Кремль. 689. Реально. А что они уменьшаются? Я не знаю. Странно очень. Все, траур. С кем ты сейчас, Аня? С мальчиком. Он стесняется. Он выебывается. Он стесняется. А он сегодня скрывается. Да он так что в эфире у меня был, ребят. Как он может скрываться? Сори, запишу. Нет. Я не буду. Хорошо. Угу. Привет, Ростов. Не попасть возле Кремля или у Ленина? Нигде не хочу. У Ленина попасть можешь? Нет. Друг или парень? Друг. Так. Ну что? Дорогие друзья, у меня на страничке, опять же, повторяюсь, видос. Заходим, комментируем. Кто больше всех напишет комментариев, я отправлю тому бабки. Ван. Отправишь бабки? Да, рубль. Да, рубль. Ребята, не буду вам писать, какая модель у меня трусов. Вы прикалываетесь? Я люблю стринги. Никакие там не шортики, фигортики и так далее. Я люблю стринги. Да, рубль. Ему вообще все ни почем. Если он тебя зацепит, он даже не заметит. С Бекушевым общаешься? Нет, я про него такой пост бомбанула. И он меня проигнорировал, потому что знает почему. Он знает, что меня трогать нельзя. Я расскажу очень много интересного. Я, кстати, вот я как-то пришла в шоурум один возле Пятницкой улицы. Шоурум находится. И мне один парень про Бекушева очень интересную информацию рассказал. Говорит, ты брянская? Я говорю, да. Он говорит, это он с тобой встречался? Я говорю, ну, ха-ха. Как встречался? Нет. Не знаешь? Mm-mm. С Каменем? Нет, не знаю. Вот. А что ты меня не отметил? Отметил, чтобы на меня переходить. В смысле? Там где-то в жопе меня отметил, подними. Да мне надо, чтобы на мою страницу перешли, меня прокомментировали. На мою то. Ты меня так не отмечай, нормально отметь. Сука, блядь. И чтоб было видно, и не в жопе где-то там внизу, а повыше. Вот так, блядь, пойдет, блядь. Так, да, мне нравится. Отметил меня, вы представляете, вот таким полногтя надпись. Мне даже не видно, я даже не заметила, что там подписано как-то. Спасибо за помощь. Брянская. Оставайся дома, блядь, Брянская, нахуй.
ты ко мне пристал? Отставь меня в покое. Большая она чтоб была. Я вот так одинаково красив. Что я хотел, я просто положение. Что за марка очков? У меня Том Форд. А у тебя? Том Форд. Кстати, Том Форд, у меня очень классные духи есть. В машине валяются. Это самые хуйные очки Том Фордовские. Бомбовские. Духи мне подарили. Очень классные. Пизже, чем мы? Да. Угу. Где трубочки? Я не знаю, где лев с трубочками. За тобой сейчас кто-то ухаживает? Ребят, за мной всегда кто-то ухаживает. Просто я... Что ржешь, я не понимаю. Вы же видели, там у меня цветы, туда-сюда, фрукты. У меня цветок. У меня вся квартира была завалена букетами. Честно, мне не было их куда девать. А потом... На один больше лайк. А потом Йося мне написал, типа, Аня, не принимай цветы, в цветах содержится коронавирус. И я реально подумала, у меня, короче, было, ну, букетов, наверное, 9 в квартире. Мне не было куда их ставить. У меня однокомнатная квартира и просто, и корзины фруктов. И, ну, честно сказать, я не от всех принимаю ухаживание, поэтому я говорю, можете прислать курьера? И мне приезжал курьер все время, потому что мне впадлу с кем-то видеться. Какие цветы любишь? Ну, розы, это как стандарт. Я люблю орхидеи. Орхидеи потом в корзинах таких огромных люблю ассорти цветов разные, которые там очень красивые букеты. Скажи что-нибудь на осетинском. Не скажу. Ну, люди просят. Я не понимаю. Он не умеет. Любимый цвет. Черный. Зеленый, белый. Зеленый, белый. Колготки, у меня контр, ребят, 40 ден. Контр. Конте. Контр. Красивый зеленый, да. Блять, страшно. Иди знакомься. Ну страшно, была бы симпатично пошел. Иди нахуй, тут часа приехал. Столб. Где лев? Не знаю, я жду трубочки, не льва нету. Где он? Я не знаю, без понятия. Он же осетин, я на него подписана и очень хорошо говорит. Ну ты мне врешь! Вы знаете, это просто знакомый мой. Я не знаю, говорит он, не говорит. У меня парктроник с ума сошел. А, вон лев. Этот говно, что меня отсюда вытащил, что... Ты не можешь жених, у меня будет привез. Жених ездить. Стой! Он уехал! У меня жених будет ездить или на Lexus 570, или на Mercedes каком-то. Я на Мерсе. На BMW мне не. Нет, заезжают. Покажи, пожалуйста, колготки. Ребят, ну как я вам задеру ногу? Ну он опять идет, он проехал. Жених, он меня увидел и решил вернуться. Стоять, Герт, блин, куда поехал? На тебе. Вот. Ну я их уже, видите, я сегодня их отпечатала, но они уже все в затяжках, потому что... Это... Дай трубочку, привет! Привет,
Дайте трубочку. Ты пачку взял? Да. Как дела? Нормально. Блин, я бы сторис сняла, но я в прямом эфире. Сними сторис. Ты вообще что можешь? Куда я засунул? Они чистые? Спасибочки. Блин, но они не сильно чистые. Так, что это? Надо, наверное, сейчас пить на продуктового, на перекрестке. Зачем? Он будет сниматься в одном ролике только. У него дела. У него свидание. Поедем в перекресток вместе. А что там? Что ты хочешь? А? Что ты хочешь? Ну там что-то попить, поесть. А что, ну что ты там возьмешь? Попить а? Только, если только, и все. Мерси. Что говоришь? Только попить возьмешь и все. Не, дай еще. Какие-то пожелания есть? Кто-то что-то есть хочет? Нет, я не хочу есть. Ну если там все равно не возьмешь, если есть, то заказывать. Ну фруктов надо хотя бы 5, наверное. Ну поехали, не знаю. Давайте выезжайте тогда с Спасской 1, корпус 2. Угу. Мы сейчас подъедем. Это в какой стороне? А? В какой стороне? Не понял. В какой стороне? Да это тут рядом. Да? Навигатор воспользуйся. Спасская 1, корпус 2. Спасская 1, корпус 2. Сейчас. Мы поехали туда до перекрестка, купим. По мелочи чего. Хорошо тогда, давай. На чубочку. Вы так нарядились, а я нет сегодня. Я на день рождения еду потом. А Левка? Оливка, чё? Лев же красивый парень. Чё, Лев? Красивый парень играет. Поел. Я с трубочкой. С Украины она? Да, я с Украины родом. Ты куришь? Нет. Будь здоров. Спасибо. Курит она. Зачем ты смуту наводишь на людей? Они поверят, сейчас будут думать реально, что я курю. Когда пьешь, куришь, нет? Нет, никогда. А то ты не видел. Даже кальян не курю. Что ты врешь? Я сейчас выбью зуб. Такая классная. Такая классная, мне сделали комплимент. Пишет, она не курит, не, ну пьет. Не, ребята, я уже давно бухает не пила. Как последний день. Хорошо выглядишь, спасибо. Я пила последний раз с Саланом очень сильно. И все, и больше я... Со мной? Ну тогда, зимой. Это ты не со мной тогда пила. Ну с кем? С ребятами со своими. С какими? С чеченцами? Нет. Это были фанаты вообще-то. А, ну да. Ну, мои да. И все, Алены. Просто вот бесишь. Сейчас вспоминаю и злиться начинаю. Почему? Просто какой дурак бы поехал за тобой на поляну пьяный. Строго. В будущем. Трое детей. Муж. Муж такие себе. И он ты идешь, вот она я. Сильно независимая женщина. В очках этих же. А, нет. Я твоя фанатка. Ребят, спасибо, мне приятно. Мы вчера со Львом вышли в перекресток, походили, меня потом директ там несколько человек пишет: Ань, мы тебя узнали, но постеснялись подойти к тебе. Почему ко мне очень много людей стесняются подходить? Я что, ну, как-то по-злому выгляжу? Реально, мне часто так пишут, прикинь, там где-то я в караоке или в ресторане. Анна, вы так хорошо выглядели, там тролливай. Блэйд идет, потому что... Агент 007. Вип-клуб. Когда откроешься, сюда приду. А что тут? Это горнолыжный спуск. На лыжах кататься. На доске. Ты не умеешь вниз головой полетишь. Или ты умеешь кататься? Да. Умеешь? Да.
карты. Молодец. Тебе холодно? Ну так, чуть-чуть свежо. Кондер выключить. Кондишн. Так, ребят, вы мои фанаты, мне очень приятно и очень добро, я очень вас люблю. По возможности, конечно, в директ я отвечаю всегда, просто я очень много. Я бабло. Дурачок, что ли? Я со своими подписчиками так общаюсь. Ага. Это ты, меркантильная сучка. Я? Ты, да. Если меркантильная сучка, тогда кто еще кто? Брянск, понимаешь? Зай. Зай. Лев сказал, это возле меня, мы уже сколько едем? Через 300 метров поверните направо. Через 300 метров поверните направо. Хорошо, потом отсюда я сразу поеду. Поверните направо, на дублер. А ты в какой район поедешь? В центр. В сити. О, я там тоже недавно день рождения отмечала у Марго. А, у Марго. А затем поверните налево. Ты понял, да, какой? Я к Клюське еду. Клюське. Не знаю, кто это. Чеботина. Ребят, ну я не могу задирать ноги. Почему? Мне неудобно, я пью кофе. Найна. А я тоже потом, наверное, в сети поеду, напишу кое-кому. Сегодня? Сообщение, да. У меня сейчас там Ефременкова в сети. Покажи, покажи глазки, ребят, ну вот. Мам. Ой, не увидел чувака. Что-то с ней снесли, видела? Нет. На встречке. Да? Да, прикинь, Бряночек. Бряночек. Блин, меня Бряной, знаешь, мало кто, кстати, называет. Меня моя Бухенбальта называют Бряныч. О, тут бы я жила. Вудуз? Да. Мне нравится комплекс. У тебя тоже прикольный. Просто мы были вечером, я не смогла рассмотреть. Ну, я не смогла рассмотреть. Сколько там стоит квартиру купить? Сейчас. Я как мне впадло так снимать квартиру, честно. Просто сейчас нельзя выезжать, так бы я поехала. Теперь же, когда я выйду, а есть непонятно. Этот шлагбаум открыть как-то или что? Привет. Понятно, ладно. Александр, вы несете всякую чушь. О, давай быстро проскочим. Быстро, 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 давай быстрее, быстрее, да успеем быстрее. А он такой медленный. Иди подними его. А где ты будешь-то показывать? Непонятно, куда он пошел. Люблю тебя очень сильно. Я вас тоже люблю. Купи мне квартиру. Ребят, тут хоть бы себе что-нибудь купить. Вообще выехать не могу. В Украину, чтобы порешать свои дела. А почему у меня ветер в голове? Нет, у меня не ветер в голове. А, просто я веселая сама по себе. Естественно, есть те, кто там хотят жениться, там делают предложения. Но я не хочу, они мне не нравятся, я не могу. Или мне просто, знаете, вы так говорите, надо выходить замуж. Что замуж надо для галочки выходить? Мне надо любить человека, доверять ему и так далее. Ну, замуж-то я могу хоть и послезавтра, знаете, выйти. Ну и зачем мне это надо? Кто возьмет послезавтра? Мне делали предложение недавно. Где этот корпус два, блин? Нет, мы не встречаемся. Найна. Блядь. Блядь. Туда поехал. На ногах есть педикюр? Конечно же. Угу. Как бы прошлогодний? Нет, позапрошлогодний. Я тебя чего? Вообще-то свеженький. Свеженький. Долбоебы всякие пишут. Идите нахуй. Типа. Всякую хуйню.
да? Что, мы теперь тут будем сидеть? Я не знаю, где этот корпус. Я вас всех добавляю в черный список, вот все, кто пишет фигню. Я молча добавляю. Анечка, каким? Что? Каким цветом педикюр? Так, как и ногти. Ну, ногти не видно. Такие вот. Такой вот цвет. Я всегда маники педик делаю одним цветом. Очень редко другим цветом крашу. А какой подъезд, не помнишь, там был? Я не слушала. Что? Еще больше тянет пряныч. Пряныч. Сиди там, Алан. Сиди там. Алан такой идеальный. О, ребят, нет, поверьте мне, он не идеальный. Тихо, ну не ори, пожалуйста. Он голова болит. Ну, пожалуйста, попросил, не ори. Ты засунул в ухо этот, наушники сидит. Ну не ори, все равно. В смысле, равно, я ору? Отстань. Сам сказал, пересаживайся. Могла не пересаживаться. О, видите, это вообще отдельный вариант, ребят. Город, конечно же, такой знаю. Конец. Конечно же. А по поводу Вити даже не хочу эту тему поднимать. Он очень хороший парень. В общем, не буду даже ничего комментировать. Не покажу никого, нет. Лев пишет, напишите, что купить. Передаю привет. Красивая девочка, спасибо. У Витьки уже любовь. Ну, я видела, там какая-то блондинка, что ли. Ой, я не обращаю внимания, вы знаете, это, ну, если бы я там знакома была неделю, может, еще бы это, а так. Любимые духи. Вы знаете, мне подарили вот недавно духи. У меня был шейх раньше. По-моему, три семерки. Я не помню уже, честно. Вот. А сейчас мне подарили, кстати, тоже шейх 30-й. Очень классный запах. Вот сейчас он на мне. Ничего. Прям бомба. Блять, вы мне надоели уже с Миленой, пожалуйста. Кто подарил духи? Я, это, хорошие знакомые. Приветик, моя сладкая. Приветик, дорогая, приветик. Шейх? Ну, называются шейх. Шейх 30-й. Я же вам их очень много раз показывала. Шейх. Не, не 33-й, а 30-й именно. Ну, у меня вот в машине они там лежат, потом заберу, я вам покажу. Я же уже с Норрисовым даже снимала. Очень классные. Мне Юлька Ефременкова говорит... я тут не разговариваю. Короче, Юлька Ефременкова говорит, Брян, ты у меня ассоциируешься с этим запахом. Она, когда ко мне домой приходит, она всегда это берет эти духи. У меня есть Dior одни духи, Юлькины любимые, а вторые шейх. И она всегда берет эти духи, шейх, говорит, Брян, ты у меня прям... Что ты делаешь? Самые топовые духи вот эти. С тобой не разговариваю. Ну ладно. Фу, как воняют. Сама ты воняешь, просто сейчас не развеюсь, блядь. Отвратительно. Что? У них все. Угу. То есть 10 минут скажут, блядь, как они какие хорошие. Спасибо, пупсики. Как? Ну, нормально. Он дорогой, этот шейх. Ой, вы знаете, я как-то была в ЦУМе. Сколько? 31. Я как-то была в ЦУМе, да, и там я видела за 33 тысячи. Ну, вот он говорит, что 31. Он не забыл, Давид. Где? Во.
короче, вот. Короче, мы пошли уже, тут люди поприезжали. Сейчас мы будем снимать. Блин, а я пакет не взяла в машине. Не взяла? Нет. Нет, я не буду, я поеду потом, заберу. Привет. Малейкум ассала. Привет. Привет. Ой, боже, кто это тут у нас такой? Смотрите на этого пупсика. Кто это тут маленький такой? Малыш. Привет, сладкий. Привет, карапуз. Приветик. Привет. Как ты? Привет. Он не это. На слюне. Ага, ну да, это ж он. Он еще не выходил. Нет. Привет! Это Бакс, знакомьтесь. Это Бакс. Да, Бакс Шоки, он вышел на улицу. Это маленький такой парочонок. Не знаю, мы ждем Леву. Он поехал в перекресток. Можно пока в тачку сесть? Да, наверное. Чемоданах сидел. Короче, ладно, ребят, буду выходить.